нет, я вот так последнее время приглядываюсь и замечаю, что у некоторых все время свербит мысль одна на троих. И эту мысль надо отпугивать. Я лично ее отпугиваю каждодневно. Ага, я считаю, что выпивка – это наш самый главный общий знакомый враг. Как выразился один древний, очень древний, греческий такой грек, известный этот, Пифагор. А что, Пифагор? Известный. Он говорит, пьянство – это, говорит, упражнение в сумасшествии. Правильно, все правильно. Я лично этими упражнениями упражнялся каждодневно. Беспредельно. Ну и что в результате? Ничего смешного в этом нет. Супруга моя даже не улыбается. Меня осматривал день один знакомый профессор такой, ветеринарный такой. Он говорит, ну что ж, говорит, Петр Антонович, сердце, говорит, у вас, будь здоров, широкое. Даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, все-таки пить как лошадь, угомонитесь. Не то, говорит, в один прекрасный день откинете копыты. Да. А сердце, говорит, у вас будь здоров. Хорошее. Не то, что говорит. И главное, сердце у вас хорошее. Но, говорит, в этом деле семейном, главное это пузырь. Ну, пузырь, говорит, у вас ничего хорошего. И пока, говорит, не протекает. Да, не протекает. Не то, что, говорит, у старой козе, но, говорит, пить все-таки угомонитесь. Вот, а я помирать не люблю. Я жить люблю, тем более с таким пузырем жить да радоваться. Значит, думаю, придется угомониться, тем более против этого подвернулось изумительное средство, сильное средство. Оказывается,
против алкоголя наилучше действует и искусство. И театр, например, карусель с музыкой. Все это отвлекает человека от выпивки.